Немножко. Вот примерно так. За ним двигаемся. Только смотри, чтобы встречка проехала. Здесь вот знак «Уступи дорогу». Там машины, когда останавливаются или их нет, можно начинать движение. Только пропускать надо таких вот, как автобус с поворотом налево идет. И тому подобное. Но есть подсказка, вон там светофор сейчас загорится зеленый, ой, красный. Они остановятся, и мы поедем. Все, там загорелся красный сигнал светофора. Вот, там, где люди стоят, и, кстати, нужно пропускать. Смотри, не ударь автобус, или он тебя. Пропускаем пешеходов обязательно. Там никого. Поехали, поехали, не бойся, поехали в свой ряд. Крути влево, влево крути. Крути, крути, крути. У нас своя полоса есть. Еще влево крути. Вот, в эту полосу выходи. А теперь смотри сюда. Поехали с поворотником. Газов. Поворотник. Вот примерно так. Все. Куда ты едешь?